BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ну, по традиции наших фанатов, наших болельщиков, мы поздравляем с победой. И браво им, браво им. За такую поддержку это очень приятно. Ну, а что по игре? С первых минут мы очень активны были. Мы работали на свой план. То, что мы задумывали, то, что мы, о чем мы говорили, к чему мы как готовили команду именно к этой игре. Ну, браво, браво, игроки Жальгириса, браво. Они выполняли много очень удачно, и, я говорю, много моментов создали. Даже в перерыве мы обратили на это внимание, что созданные моменты, нужно их забивать. Потому что, ну, не забитый гол, это не выигранный матч. А так все, так скажем, и хорошая игра, хорошая самоотдача. Браво, Жальгирис. Чувствуется, что команда показывает стабильную игру от этого момента? То, что есть победы, это очень хорошо, это очень радует. Есть над чем еще работать, есть много над чем работать. И мы пытаемся все это не быстрым шагом, так скажем, а более улучшать от игры к игре. Есть уже взаимодействие, взаимосвязи, это очень радует, конечно. Но пропущенный гол не очень хорошо, пенальти, да, уже практически в конце матча, ну, все случается.